привет, друзья. Выбрались сегодня на рыбалочку совместно с Гариком Рыболовым на Волжские заливы. Попробуем половить сегодня окуня. Прошла информация, что здесь окунек поклевывает. Посмотрим, что будет. Погодка превосходная, небольшой морозец, солнышко. Ну что, друзья, встретимся чуть позже на заливчиках. Ну что, друзья, вот у меня на льду клюет такая вот мелочевочка. Так вот, крупнее ничего не было. Хотя говорят, здесь позавчера ловили крупного окуня. Камеру смотрели, да, действительно, окуня много, но не берет. Отошел в другое место. Здесь хоть какая-то мелочевка поклевывает. А так больше ничего. Ждем вечером. Думаю, может вечером что-то выйдет. Гарик там поймал лотвичку под языка на донышке. То есть рыбка-то поклевывает, но неохотно. Совсем неохотно. Погода прекрасная, сегодня солнышко, ветра нету. Красота. Брать не хочет. Вроде как уже третий день погода стоит такая. Давление вроде нормальное. Брать не хочет. Ты крюкнул, а? Поклевка сразу, друзья. Вот он. Король водоема. Король водоема. Это было никак. Не входит. Там подальше сидела, вот этот ходит. Там держа вообще нет. Держ там вообще не берет. Вот здесь клюет. Здесь затончик такой. Затончик такой. Затончик, а там уже выходит этот затончик на Волгу. Там уже Волга. Здесь как бы заливчики такие небольшие. Вот в этих заливчиков и ловим. Вот как-то даже идет туда. Неохотно берет. Хотя здесь течение такое небольшое присутствует. Никого не хочет. Все практически настоячка.
здесь ближе к середине поглубже, то вот к берегу помельче. Не знаю, может еще надо пару ломчик свежих посвежить. Искать надо, искать. Где есть, сразу клюет. Там, друзья, что-то клюет. Пошло. Потычка. Небольшая потычка. Искать здесь еще поглубже. Вот там поглубже, может, там. Одна была что. Вот одна поклевочка и все, снова ломки. Кормить надо. Хочет больше. Опять по ключке. Опять не попался. Стоячку берет. Игру не хочет, а стоячку берет. Он опять мотыля съела. Съела мотылька опять.
Вот, друзья, сразу покрывка. Так, не могу понять, кто там клюет. Это мелочь какая. Дынь-дынь. Ну, а там его уже нет. Там его уже и нет. Просто раздергивается. Тык-тык и нету. Друзья, у нас поклевочка. Вот такая плотва берет мелкая. Мелкая плотвичка берет. Пока что-то нет. Крупника нету, друзья. Все, друзья, мелочь одолела клевать уже. Надоело ловить мелочь. Пойдем ждать, когда окунь выйдет. Может, все-таки он выйдет, может, к вечеру, может, сейчас. Окунь-то в камеру сейчас Гарик смотрел, окуня очень много. Крупный, хороший окунь, но подходит к мормышке. На мормышку смотрит и не берет, не хочет брать. Погодки сегодня, друзья, употели. Погодка шикарная, солнышко светит, жарко, ветра нету, просто красота. Здесь вот промоины, друзья, опасные. Погодка супер. Нас держит. Место там хорошее, такой залив на Волге. То ли он с Волги зашел окунь.
на ночевку туда. А может, с утреца зашел малька погонять. Но брать друзья никак не хочет. Никак не хочет. Вот у нас надежда, что может он выйдет вечером. Все-таки проклюнется, может, чуть-чуть хотя. Хочется, конечно, на это надеяться. Ну, посмотрим, друзья, что дальше будет. Ну, друзья, опять камеру опустили. Окунь есть. Вот стоит, видите, друзья, вот он. Не знаю, будет видно, не будет. Вот он, друзья. Никак не могу поймать. Вот плотва стоит. Плотва? Вот окунь. Вот. Он крупный плотва, подлещик. Здесь? Да. Если она сейчас плевать, то это все огонь, да? Да. Надо ждать. На, смотри. Ну все, кидай. Я один. Начнет плевать будет. Что-то. Посмотри, есть у тебя, нету. Здесь у меня лунку я нашел, вот в этой да, есть. Да. Здесь, друзья, есть рыбка. Будем ждать. Надеяться и верить. Дело, друзья, уже к вечеру. Рыбка так клевать никак и не хочет. Тугарика на донке, там еще что-то срабатывает. Но мормышку вообще. В камеру смотрим, окна очень много. И щука есть, и плотва, и подлещик. Но брать ничего не хочет. Пробовал уже на балансир походить. Вот сейчас на мышку. Ноль. Просто ноль. Ну, еще время есть, еще посижу чуть-чуть. Солнышко еще не зашло. Ой, не зашло. Так что еще посидим. Погода просто радует. Тепло. Второй день весны. Так что вот так, друзья. Ну что, друзья, вот и завершилась наша рыбалочка. Собираемся домой мы с Гариком. Окунь так и не вышел. В камеру смотрели, и лещ есть, и щука, и окунь, и плотва. Ну, брать не хотела. Может, давление сегодня. Погода-то отличная была. Может, давление. Так что чуть-чуть не повезло. Но так все равно видели поклевки. Я там мелочишки поймал. Гарик там поймал. Поклевки были. Ожидали, конечно, другое. Но что делать? Рыбалка, она и есть рыбалка. Ну что, друзья, до новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. До новых встреч!